Я не знаю, уже, наверное, фрагов 20 я за эту неделю так сделал, просто. Как бы сейчас сильно много народу собрано. Ой, успею ли? А успею ли? Ну, по-моему, успею. Вон там еще цели. Ох, блин, там две цели даже. Мы начинаем побеждать. Смотрите, если смогу, сейчас двоих заберу просто. Смотри. Давай. Опа. Ой, да пошел ты. Ну, ребята, ну я вообще, я не знаю уже, который самолет. Который самолет? Посмотрите на стриме вот этот момент. Который самолет я уже сбиваю за эти 2-3 дня. Прямо просто с невероятнейших моментов, с невероятнейших выстрелов. Пристрелочный я его даже называю. Адац, там где-то там хулиганит Адац. Найдем его. Вон они. Защищайте точку Б. И сразу два отдаться минус. Нормально? Нормально. Откуда, кто? А ты еще мягко говоря. А сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же? Можете пометить, где есть примерно кто-то? Я сейчас на бомбардировке. Да тут до хрена кого есть, дружище. Вражина. Опа, передо мной. Т-34 против Т-34, и я сдох, считай. Не-а. Вам носом тыкать надо или что? Дружище, и ты сдох, как бы. Я возьму зенитку. Пойду пофанюсь. Все, казённик я ему выбил. Сейчас как бы надо грохнуть пуму. Заряжающий наводчик. Пума грохнута. Теперь надо грохнуть эту фигню. Ну я Али, сейчас, ну, короче, сделал, сейчас полетел обратно на это. Совет своим телом закрыл. Закрыл саунд, нахрена спрашивается. Спрашивается, нахрена. А этот вообще напердел на всю карту прям. Хотя знает. Ну это... Это надо было видеть, ребят. Чтоб посмотреть, сколько стервятников тут уже налетело прям. О-хо-хо-хо! Я начал снова, блин. Помните тот бой, когда я три самолета так сбил? Вот, блин, начинается. Да пошел ты со своей бомбой. Ага. Ай, черт, ну задал. О, Юнкерс на меня. Юнкерс на меня летит. Улетка странная, испрись. Бабах!
Ай! Еще один самолетик сбит, но это как бы... Это прям в легкую я ее сбил. Ох, блин. По-моему, сейчас вообще не угадал. Ой-о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 й, сколько их тут? Ребятки, X3. X4. Вы это видели? Вы это видели? На... Ха-ха-ха! Давайте еще и вертолет сабим к чертовой матери. Эй, вертушка! Ты куда? Давай, я в роли зенитки. Акация в роли зенитки. Опа! Да вы что? Батяня, вы чё, реально сейчас? Да посмотри, где он? А, его сняли. О-хо-хо-хо! Это как комментаторы в бразильском футболе. О-хо-хо-хо! Видали фраг? Давай, пам, прям над головой. Хо-хо-хо-хо! Ау! А это я не скажу как. Это секрет фирмы. А это я уже не скажу как было. О-хо-хо-хо! Ребята, это надо в War Thunder! Шоу War Thunder отправлять! Ты смотри, что я вытворяю! Три самолета с танка в одном бою! О, они вот тут. На, я отомстил, все, я такой гад мстительный. Смотри, что сейчас будет. Опа. И опа. Видишь? X3. Видали, как надо играть? Сотнит меня с собственного респа. И как бы это все. Это его. Это его. Вот это я. Это который раз я так самолеты сбиваю. Твою ж дивизию. Джо Арлины глаз в деле. Ой, блин, вот это было реально близко. Ну все, еще один самолетик на сегодня. Ми-24А, который на ракетах таких же, как на эти, на Ми-4АВ.
Нужно на малютках. Нужно отправлять, ну, я думаю, что на 8,7. И было бы нормально, и был бы сетап. Ты посмотри, вот, как я попал одной ракетой X2. Круто. Ох. Круто, но я еще не вижу. Ну, сейчас увидишь. Посмотри. Видел две цели. Ну, как попасть, как попасть? Давай-ка посередине бабахну. Нормально. Давайте я сейчас вертолет хотя бы собью, а потом уже и поговорим. Давай, падай. Это первый вертолет. Сейчас второй на подлете. Это второй вертолет. Кто-нибудь скажет, что я плохо играю? Это второй вертолет.